Глава городского округа Дмитрий Волошин вручил ключи от квартир детям-сиротам. Кроме комфортабельного жилья, детям, оставшимся без попечения родителей, окажут поддержку в получении высшего образования и в трудоустройстве. Мы готовы вам помогать с дальнейшим образованием, если вы надумаете поступить на высшее образование в университет или академию. Мы готовы помогать вам в части подготовки вас с репетиторами нашими, у нас очень сильный преподавательский состав в Химках. То есть не закончить наши отношения на предоставление жилья. По федеральной программе «Жилище» в этом году в свои квартиры въехали 20 химкинских детей-сирот. В канун Нового года вместе с Александром квартиры получили еще 5 человек. Когда ключи на руках, едем смотреть новое жилье. Ну вот здесь туалет. Выглядит все просто прекрасно. Душевая кабина, раковина, место под стиральную, видимо, машину. Мне нравится. Квартиры полностью готовы к заселению. Их передают вместе с ремонтом, мебелью и бытовой техникой, включая холодильник, телевизор и Wi-Fi роутер. На кухне все тоже очень уютно, красиво. Раковина, тумбочка, плита, окна. Вид, кстати, неплохой из окон. Сейчас Александр живет вместе с опекунами, но в планах как можно скорее найти новую работу и начать обустраивать собственное жилье. В новой квартире он планирует жить вместе с девушкой. До сегодняшнего дня, конечно, это было что-то такое вот невероятное. То есть пока мы сейчас вот не увидели своими глазами, то есть до сих пор, ну, если честно, не верится как-то. Очень приятно, что... Ну, возможно, чудеса, то есть, возможно, такие моменты. В общей сложности за 5 лет в Химках обеспечили жильем больше 80 детей, оставшихся без попечения родителей.